Пизанская башня, падающая башня. Мы ее пытались сначала сжигать, она ни хрена не горит, продавать, ни хрена она тоже никому особо не нужна. На корм рыбам, на подкормку скоту и еще в каких-то мероприятиях. По факту не делаем ни хрена. Вы будете просто удивлены. Продается десятками миллионов рублей. Господа, ну что ж, снова всем привет. И как я обещал в одном из предыдущих роликов, мы переходим к нашей новой бизнес-идее. Бизнес-идее на отходах. И сегодня будет новая бизнес-идея о том, как на мусоре можно стать миллионером. Все вы прекрасно знаете, что мы перерабатываем уже на сегодняшний день 20 кубов мебельного щита в наши изделия и успешно продаем их. И у нас очень много отходов. А что же с ними делать? В какой-то момент подумали мы, потому что вот это помещение, которое занимает площадь 95 квадратных метров, куда мы складывали отходы, мы 2 дня потратили на то, чтобы просто его освободить. Места не хватает. Так вот, наша новая бизнес-идея. Тяжелая такая новая бизнес-идея. И вы скажете, слушай, так это же пеллеты для твердотопливного котла. А другой кто-то скажет, не-не-не, это же наполнитель для кошачьего туалета. И что самое интересное, и первый, и второй будут абсолютно правы. Но по факту фасовка для наполнителя для кошачьих лотков, древесный наполнитель. Он очень популярный, очень хорошо продается. И уже когда мы начали размышлять в сторону, как же нам переработать отходы и зарабатывать на этом еще и деньги, мы пришли к тому, что можно и в качестве твердотопливного топлива для твердотопливного котла, а можно и в качестве кошачьего наполнителя. И потом, когда мы начали делать из этого кошачий наполнитель, мы подумали, а кошачий наполнитель бывает не только древесный. Кошачий наполнитель бывает еще и силикогелевый. Друзья, так вот, у нас благодаря нашим отходам появилось абсолютно новое бизнес-направление. И сегодня об этом. Погнали! Господа, вот в этом помещении за моей спиной, в котором мы практически никогда ничего не снимаем, просто по одной простой причине, что там просто ни хрена ничего нету света, мы перед Новым годом его очистили. А вы видели на некоторых наших роликах, что там было под крышу завалено отходами от нашего производства, а именно фрезеровки минажниц винных столиков, да, и также стружкой, пылью буковой, дубовой. После того, как происходит процесс фрезеровки на станке с ЧПУ, стружка отсосом, эта пыль попадает в мешки, и потом ее надо куда-то девать. Так вот, мы ее пытались сначала сжигать, она ни хрена не горит, потом еще что-то пытались с ней делать, продавать, ни хрена она тоже никому особо не нужна, и мы ее просто складывали в надежде, что когда-то мы ее куда-то применим и переработаем. Так вот, пришла идея прессовать эту пыль. Есть специальное оборудование, которое позволяет под большим давлением сжимать просто древесную пыль до состояния пеллеты. Пеллеты бывают разного диаметра, ту, которую я вам сегодня показывал, это была 6-миллиметровая пеллета. Но у нас есть большая проблема, у нас не хватает места. То есть вот то место, куда мы по факту складываем наши опилки, оно предназначено для складирования каких-то отходов. Плюс там постоянно вылетает туда пыль, там неутепленная, там нет света. Ну, в общем, у нас, нету места под то, чтобы расположить оборудование для прессовки этой опилки, б, у нас нет свободной энергомощности для того, чтобы поставить это оборудование. Если вы зайдете в Авито, вы сможете найти, не помню, как точно называется, пеллетная какая-то хренота. Есть китайские аппараты по 60 тысяч, которые надо засыпать. Как правило, это жмых, ну, кто-то и опилки даже пытается засыпать. Гранулятор, вспомнил, вот, гранулятор. Значит, продается китайский гранулятор, они есть 3,5 киловатта, 5, 7, 9, там, 12 киловатт. Чем мощнее, тем сильнее давит. А работает он по принципу вращающейся какой-то шестеренки, туда засыпается эта хренота, опилки, и оно продавливается, и по идее получаются гранулы. Но никто, мало кто знает, что эти грануляторы подходят только для гранулирования жмыха, то есть отхода от семечки, от счет каких-то растительных культур, да, это подходит. Там есть натуральная клейковина, которая позволяет под маленьким давлением гранулировать отходы жмых какой-то, и далее эти гранулы использовать на корм рыбам, на подкормку скоту и еще в каких-то мероприятиях. Но эти грануляторы китайские, которые стоят там 50-60 тысяч, для прессования гранулы древесные абсолютно не подходят. Очень многие энтузиасты пытаются что-то там придумать, доделать, дохимичить, но по факту то давление, которое может создаваться 7 киловаттами, я рассматривал 7-киловаттный гранулятор, оно не подходит для того, чтобы сгранулировать пыль, для того, чтобы она была более-менее
одержала форму. Для этих целей нужно промышленное оборудование. И вот мы нашли в городе Краснодар одну компанию, которая занимается переработкой мусора. И они как раз таки мало того гранулируют пыль, щепу, они еще и перерабатывают целиком куски дерева. То есть прям целиком поддоны можно перерабатывать на дробилке. Этой дробилкой потом дробилка перебивает в более мелкую фракцию и после этого подается через... Да, после этого осушается, выпаривается, добавляется еще, может быть, какие-то там присадки, мы уже точно технологический процесс не знаем, но на выходе получаются вот эти гранулы, пеллеты, которые я вам показал в начале ролика. Но суммарная потребляемая мощность этого производства, по-моему, в районе 150 киловатт. Чтобы вы понимали, у нас все производство, все, что здесь есть, оно порядка 40-45 киловатт. А одна только та линия 150 киловатт. Но за счет того, что там стоят очень серьезные станки, которые очень серьезно давят, как раз-таки получается пеллета. Но и это еще не самая большая проблема. Оказывается, что эти ребята, которые специализируются на переработке мусора, у них основное сырье – это сосна. Они забирают со строек поддоны, гнилые, разбитые, поломанные, перерабатывают их. И сосна – это мягкий материал, мягкая древесина, которая комкуется, у которой есть какая-то природная клейковина. Все предприниматели и продавцы в 2024 году знают, что Marketplace – это отличный инструмент для продвижения бизнеса. Я лично рекомендую вам стать партнером именно Мегамаркета. Это крупный Marketplace, который посещают 40 миллионов уникальных пользователей в месяц. Почему нужно присоединиться к Мегамаркету прямо сейчас? Все очень просто. Потому что до 31 марта там действует очень крутое и выгодное предложение для всех новых селлеров. Комиссия будет составлять всего 1% за продажи в течение первых 3 месяцев. Если вы новый продавец категории Fashion, Beauty или Home, то при подключении к Marketplace вы получите 50 тысяч бонусных рублей на инструменты продвижения и от 40% повышенного кэшбэка на ваши товары за счет Мегамаркета. А все новые селлеры, вне зависимости от категории, получат 15 тысяч бонусных рублей и от 15% повышенного кэшбэка. С такими плюшками, друзья, ваши товары точно заметят и купят. Кроме того, абсолютно всем новичкам предоставят персонального менеджера, который поможет со всем разобраться и сделать первые продажи. Присоединиться к Мегамаркету несложно. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и заполняйте форму регистрации. Потом вы получите данные для входа в личный кабинет. Все. В течение 7 дней вам будут начислены бонусные рубли и активирован повышенный кэшбэк. По любым вопросам вы сможете обратиться, как я уже говорил, к личному менеджеру. Присоединяйтесь к Мегамаркету и развивайте свой бизнес с выгодой. Успехов с продажами, друзья! Так вот, мы работаем с материалом под названием твердая порода бук. И очень редко и очень мало используем дуб. Основная масса щитов – это бук. Так вот, у бука природной клейковины нет. И даже привезя на те 150-киловаттные мощности наших мешков с пылью, ребята не смогли запрессовать, при том, при всем, что у них способ прессования не центробежный, а какой-то матричный. Я в это сильно глубоко не углублялся, досконально не разбирал, что как работает, но ребята сказали, чистый бук вот сжиматься не будет. Его можно добавлять в качестве добавки к основному сырью, то есть к сосне, тогда он уже будет комкаться, превращаться в пеллету. Но я думаю, есть какие-то дополнительные присадки, может быть, какие-то дешевые материалы, которые будут, так сказать, связующими между буковой пылью, и по факту можно перерабатывать только ее. Но у меня все желание пропало вникать в это после того, как я понял, что туда нужно 150 киловатт. Но по факту факт остается фактом. По факту факт остается фактом, извините за тавтологию. Факт остается фактом. Есть отходы, и это деньги. И вот мы на обоюдовыгодных условиях приняли решение сотрудничать с этой компанией. То есть все то, что мы выкидывали и сжигали, сейчас мы все перерабатываем и получаем наполнитель. И этот наполнитель кошачий, вы будете просто удивлены, продается десятками миллионов рублей. Когда мы начали развивать эту тему, после того, как мы провели анализ, сколько же все-таки продается наполнителя, это мы, кстати, купили у конкурентов, не буду делать им рекламу, поверну другой стороной. Потом мы начали вникать, ага, так а есть же наполнитель еще другой, и он тоже продается на десятки миллионов рублей.
И вот уже этот наполнитель, золотая жила, мы начали производить уже в своем цеху. Вообще, на самом деле, все максимально просто, и вы, наверное, удивитесь, но вот это уже мы продаем на, ну, почти на 1 000 000 рублей в месяц. Кто-то радуется в целом достижениям, мы там 1 000 000 в месяц продаем, а тут мы взяли случайно одну позицию, по факту не делаем ни хрена. Но об этом уже чуть-чуть попозже, и это будет отдельный ролик. Я расскажу вам, как же можно заработать денег на вот этом. Какое нужно оборудование для этого и сколько нужно вложений. Сразу немножко забегу наперед. Вообще никакое оборудование не нужно, и вообще никакие вложения, по сути, не нужны. Минимальные. Но опять же, это у нас в будущем ролике. Сегодня у нас ролик о том, как мы перерабатываем наши отходы, те отходы, которыми был завален вот тот цех. И 5 или 26 декабря мы освободили полностью это помещение. И сегодня у нас 15 марта на момент съемки этого ролика. И у нас там опять битком. Господа, самое что интересное, такие наполнители, будь то древесный или силикогелевый, или комкующийся, или трофеноль, еще какой-либо наполнитель, его можно продавать не только через маркетплейсы, например, Сбермегамаркет. Его можно продавать также через магазины, а может быть у кого-то вообще есть свой магазин. И хотелось бы добавить пару слов к сегодняшнему ролику и сказать, что сегодня без эквайринга уже вообще никуда. И дать возможность оплатить клиенту картой — это гигиенический минимум в обслуживании. Но когда у тебя небольшой бизнес с небольшими оборотами, то эквайринговый терминал — это ощутимый расход. Хорошая новость. Терминал больше не нужен. И эквайринг можно подключить прямо в телефоне и принимать платежи по СБП без комиссии. Это возможно в Акбарс банке. Это федеральный банк из Татарстана с высоким уровнем бизнес-климата. Поэтому оттуда приходит много классных инноваций. Ссылочка на акцию в описании. Узнайте подробнее и оставьте заявку на сайте. У нас, кстати, будет скоро новый партнер канала. Пока не будем называть их имена, но люди ведут с нами переговоры о том, чтобы поставить нам третий фрезерный с ЧПУ в качестве объекта для сравнения их оборудования производственного и нашего, то, которое есть. И мы поработаем еще на их станке. И все бы хорошо, но мы еще и планировали покупать один станок. И вот так получилось, что потенциально наши партнеры готовы предоставить нам это оборудование. Для чего я вам все это рассказываю? Для того, что мы уже не успеваем делать на двух станках. Да, конечно, оказывается, все-таки есть небольшой фактор сезонности по нашей продукции, но опять же, это не в этом ролике. Опять же, это все немножко попозже. Ну, давайте теперь, друзья, немножко о цифрах. Вот этот мешок имеет массу 13 килограмм. Этот мешок весит 13 килограмм. Себестоимость нашей пыли, как вы понимаете, она нулевая. Человек за переработку берет сумму X и возвращает нам готовым сырьем. У него стоят промышленные линии по переработке самих поддонов, промышленные линии по уже гранулированию пыли, промышленные линии по упаковке, погрузке и так далее. Достаточно серьезная большая компания. И они нам возвращают, то есть мы им отдаем мусор, они нам возвращают изделия в виде, хотите, повторю, пеллетные гранулы, хотите кошачьи наполнители. По факту это стоит денег. Сколько стоит такой мешок? 600 рублей средний, минус 35 средний процент всех расходов. От 600 рублей 35%, грубо говоря, там 210 рублей, по-моему, это получается. Итого чистыми почти 400 рублей. Есть такой нюанс, как логистика. Конечно, он тяжелый и дешевый. И если мы говорим о том, что быть успешным и продавать на миллионы, нужно раскидать свой товар по многим складам, то, конечно же, возить этот товар по 7 складам, наверное, не очень выгодно. Но и мы столько много не производим отходов, поэтому в качестве добавки к пенсии, как говорится, мы эти гранулы будем продавать только со склада Краснодар. А поэтому логистика у нас отсутствует, мы загрузили, отправили и продаем наши отходы. Господа, вот такая вот история касаемо того, как же можно заработать денег на отходах. Господа, и у многих из вас есть домашние животные, либо ваши, либо которые принадлежат вашим любимым женщинам, либо просто племянницам, женам, мамам, тетям и так далее. И многие из них пользуются наполнителем именно силикогелевым. Но есть те, которые пользуются древесным наполнителем,
о том, о котором мы сегодня говорили, либо торфяным, либо как комкующимся. И мне хотелось бы сегодня сделать для вас маленькую приятную вещь, а именно, те, кто купят в нашем магазине этот силикогелевый наполнитель, карточка в нашем магазине выглядит вот так. Он есть двух фасовок. Есть фасовка на 5 литров, а есть фасовка на 10 литров. Фасовка на 5 литров стоит в районе 500 рублей, а фасовка на 10 литров стоит в районе 1000 рублей. И это конкурентные цены рыночные. Вы можете зайти сами и посмотреть, сколько стоит такой товар у конкурентов. И тот, кто купит до 1 апреля включительно, и после того, как получит наш силикогель, оставит о нем отзыв с положительной оценочкой в 5 звезд, пришлет мне на вот этот личный мой телеграм аккаунт фотографию о том, что купили у меня и за какую стоимость. И каждому без исключения, кто купит этот силикогелевый наполнитель в нашем, повторяю, магазине, я сделаю скидку в виде кэшбэка 50%. То есть, например, вы купите силикогелевый наполнитель 10-литровый за 1000 рублей, прикрепите мне, что да, вы его действительно купили, получили и оценили с видео, с фото, отзывом, поставили 5 звезд, скидывайте мне эту информацию, я вам возвращаю на карту 500 рублей, при условии, что вы его купите за 1000. Если вы купите маленький пакетик за 500 рублей, то я вам верну 250 рублей. Вот такая маленькая, но приятная штука в сегодняшнем ролике. Господа, и это еще не все. И как вы знаете, мы делаем вот такие вот винные столики. Вот такие винные столики. С вот такими выдвижными ножками. Да, не самый лучший образец. Но мы делаем вот такие ножки. И у нас остается очень много отходов. Вот в таком виде, вот в таком формате. Да, мы их, конечно, нарезаем из чуть больших заготовок. Но они есть, они остаются. И то есть некоторые отходы можно переработать не только в пыль, в гранул, а еще и вот в такую вещь. Как вы думаете, что это такое? Интересно было бы на этом закончить ролик и почитать комментарии ваши с вашими предположениями. Ну, никто не догадался. Пизанская башня, падающая башня. Это игра Дженга. Ну, понятное дело, это реплика игры Дженги, это залипуха игры Дженги, ту, которую делаем не только мы, еще и многие, те, кто занимается производством из деревяшек. Так вот, вот эти палочки, если нарезать в определенном размере, шлифовать и укладывать вот в такую коробочку, стикеровать, 1200 рублей. 54 вот таких брусочка, 54 брусочка в коробке, в пленке. 1200 рублей. Ну и об этом, пожалуй, тоже в следующем ролике, друзья. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилось и вы за нами соскучились, оцените наш ролик лайком, поделитесь с друзьями. Я, как обычно, всем желаю крепкого сибирского. Всем пока!